$1 в год за то, что я баночки пью на фоне своего шифонера. У Глеба ДР с ДР, братуха. Да-да, парни, 29 числа будет ДР. Ну, злоба чуть погромче, началась вада хуй. Хороший ник-нейм, кстати. Йон, здорово, здорово. Ты по идейным соображениям катаешься на автомобиле РУ производства или просто выбора нет? Мне кажется, по идейным соображениям кататься на русском автомобиле это был ебанутизм. На самом деле, я не особо питаю нужду в автомобиле, но периодически он нужен. Ну, за стишками сгонять. Правильно, Олег? Угу. Или неправильно? Все правильно. А чё? А, у нас есть. У нас нет второго саппорта, я понял. Да я вообще на этой как бы номера не в лесу стою, если в паблике. Все правильно. Ну обычно на стрике 7 я проигрываю. Спасибо. Он просит вардец у тебя. А, у нас есть второй саппорт, хорошо. Ты быстро бегаешь? Задыхаюсь, не бегая. Парень, закупайся на фул, чтобы ты хардера комфортно, вольготно прям гонял. Я все купил, тебе... Замничу, Олег, сейчас. Я замутил. Напомни мне размутить. Окей. Окей. Я тебя тоже замутил. Так что у нас взаимно должно быть. Так, что, куда мы? На бот, наверное, да? Так, у тебя нет нужды, да, в этом движении на этом? Да, вроде нет. На рунках. Олег, не еби сильно. Just say давай, and it's okay. Единственный буржуй, который с нами попался. Не соболезную. Ну, кстати, аватарка у этого такая. А он с вами в пати? S4. S4. Зачем вы с буржуями играете? Вот тема, что такое? Прикольный, он, бля, когда горит, хрюкает, короче. Пиздец, нормальный тип. Смотри, меня тоже узнали. Смотри, мы знаем, вижу на хэграунде в лесу. А есть сэнтри? Нету. Я покупал курицу, договор, да? А, я, короче, знаешь, что понял? Что я опять уже пятый раз играю против Зевса и покупаю нулик, а не стики. Уже вот, ну, я что-то быстро закупаюсь и не смотрю пики. Блядь, карту, наверное, надо закрыть, да? Потому что ребята будут мониторить вижен. Так, ребят, на эту катку мы закроем минимапу моим ебальничкам. Олег, а подойдет? Легендарная та самая эта вот стрелочница. Сейчас, подожди, я спаун возьму один, потом к тебе приду. Да без... Не, ну я просто говорю в общем, они... Чтобы он бдительность они... потерял и расслабил булку. Да-да-да. Да-да. Всё понятно, тактически. И главное это, сзади ему кидай. Как бы, а на самом деле вот отсюда, Олег. Да. На самом деле, просто выйду, блядь, чтобы он меня видел и кину стрелу. Олег, инвиз взял? Красава. Иди сюда, патик. Иди сюда! Получилось, да, получилось, найс. Я не сразу понял, что Йонт должен... А, Йонт на локере, да, я так понял? Первый раз на нем играю. Вань, повезло попасться. Да ладно, вы чё? Либо ты чё-то пугаешь его. Ну я хочу это... Я позицию хотел, выбираю тут. Я, видишь, крипов как растянул. Практически Олег всё было. Почти. Почти я рёв залетел. Фу! Не, это типа fuck you же. Или я тебя огорчил. Он за рункой пошел. Еще жадничает. Он не добил, кстати, гриппа, но он пожадничал. Господи Иисусе. Вижен, да, или что? Вот так вам саркан руны. Да. Он решил не идти тут. Ой-ой-ой. Фу, блядь. Ак. Ак, ага. I need courier. I need a hero! Ду-ду-ду-ду-ду-ду. На самом деле, я думал, он типа побежит куда-то. Он
Я на базюку пошел. Так, у Фатимы есть ботл теперь. Спасибо большое, Хьюги, за ресап. 6 месяцев подряд. Что-то вы все 6-6. Красава, парень. Спасибо. Дай бог здоровья. Это эншенты. Твича. Ага, эншент. У меня есть один эншент. 18 лет подписан на меня. У меня 15. У меня подписка чуть попозже, наверное, у тебя появилась. Че, ему там 25 корней или что? Че он? Я сегодня, кстати, поиграл в игру на... Че-то, по-моему, на этом аккаунте. 5 с чем-то эверидж на медведе. У меня, короче, появился 5-й левел, я против Джаггернаута стоял, и у меня эти разы корни подряд, просто атака корни, я убиваю. Неплохо. И, короче, он зарейджил, потом 4-10 вроде в игре был. Тут хилк сегодня с тебя. Тут скизюсик. Олег, ты еще сколько планируешь? Я не знаю. Сколько времени? Еще одну, две максимум. Ну, примерно... Да, я потом еще этот челлендж пойду соло катать, надо поиграть. А, ну... Потому что ребята обижаются. Что челлендж не катаются все. Ты у него там забрал, что ли? Да. Отжал? Да. По-мужски. У меня, кстати, есть... Ты его дал стрелу, может? Да, я уже давал ему впритык. Good game, Bill played. Я 2 баунти у него схватил. Воу. Он, по-моему, вообще... Ой, у меня еще такая руна. Фингерс на руне, ребят. В скобочках это. Новомодный-то этот кликер. Что? Петух, блять. Царь гусей. Уйди с мидл. Альберт. На самом деле я вообще, ну я бы его сам убил, но стрела прям вообще какая-то божественная была. Это была техника Fast Fingers на руне, ребят. В скобочках это. Новомодный это этот кликер. Есть тапки. Попал. Я дам, если чё, полснэп. Не, не даст, но... Он на тим непроизвольный, кстати. Олег. Ну, почти. Я почти убил. Там у него одна тычка или две. Захочет руку, руну... наверное. Очень хочет, я думаю. Ирана! Там... Вот! Вот! Начинается, я же говорю. Сейчас он хрюкать будет. О, господи, Иисусе. Что у него, мне казалось, меньше у меня нет пока, Олег. Блять, я проебал руну сейчас, на самом деле. Смог забрать легко. Изи. Качественно. По-моему, у него грид пердак сейчас немного. Ну да, ты ему вообще... Ты ему ничего не даешь. Он... Рид. Давай, но бутл. А if no mana? Не, мидас летел, правда, очень долго. Но... А, it's okay. Геймбель, плей. Ты на топе не забирал рунку? Нет, не трогал. Без шу. Чё там, Лекс успеет играть? Я не знаю, он будет под вечер, походу. Ты чё по мане? Всё хуёво, да? Mm-hmm. На кларите висит, чё. На колдснап есть. Получится их убить. Зус на боте, горе в семье. Блин, я не знаю, куда санстрайк. А, чё там? Я дам санстрайк, если чё, мне кадаш. Кидай. Да. А ну, ладно.
поздно, наверное. Я не так имел в виду, думал, что он отойдет, ну ладно. Прости, Олег, ты вроде там разбираешься. Да, господи Иисусе. Леонид еще прибежал. Он с ТП сюда пришел, ты дебил, блядь! Иди медведя охраняй своего, блядь. На самом деле, что-то я не доиграл, ну ладно. Ты просто слишком резкий, Олег. Ну, типа, я думал, он там помансит, помансит. О, у меня, представляешь, он на месте, блядь, стоял секунду. Горе у меня, наверное. Сейчас еще попаду какой-нибудь на страйк, а мне. Ну, не попал. ТП. Что-то я его напугал, да? Угу. Просто хотел его побить. Чуточку. Прилететь. Сейчас колоссный подкатится, 13 только секунд. Крикни. Да, хорошо. Да? На самом деле, можешь. Можешь лететь, лети. А, понял. Ой, блин. Я крикнул. Олег, ты можешь, наверное, стоять в миди получается? А, нет. Я пока в лесок. Я вообще могу... Не, Рошана я, видимо, тут не убью. По причине... Ну, ты понимаешь, да? Угу. Стрим снайп. Во второго сразу, во второго. Тоже пизда. Хорошо. О, нормально. Так, я еще фарману тогда и стак. Я хоть что-то получил. Тебе помочь, Олег? Мне тут недолго, конечно. Потанкую. Надо быстро уебать его, стак появится сейчас. О, господи. Можем что-то сломать где-нибудь в миде, наверное. Ой, в миде-боте. Тут есть Леон, что левел. Что он хочет? Не знаю. Он будет выебать? Ну, у меня пока нету. У него палец не слов. Не-не-не-не. Что там лежит? Можно Леона ты? Леончик-то надо. Куда он пошел, лол? Не знаю. Хитропопе. Кажется, это просто Vision стоял. Я бы чардж потратил барабана. Так, везли курочку. Ну, ладно, пока что... У Лондруида вообще легко и на инвокере вроде как поскайтить там через ISWOW и ласты. У меня есть инстрайк, там линза... Что-то тебя стёрло, брат. Что-то прям разнес линзу. На земли. Я хочу в топ пойти. Он читает. You can duel, I'll sun strike, man. You can duel. Я в топе. Сейчас больно лечу, раздает, конечно, очень. У него линза. Алекс, сюда, ботл, ботл. Вьетхаунд, брат, ползу, брат, ползу. Нет, заполз. Лол хп. Нормально. Я просто мимо шел, мне, блядь, в бочину, дракон приехал. Он варт, видимо, да? Блядь, не хотел бы свой сет замутить в доте, ребят. Это либо про игрок должен быть, либо комментатор. Да, там нельзя. Тяжело же играть. Я не то и не другое сейчас. Господи, у меня дождь пошел. Иисусе, ноги. Чё там по даггеру? Угу. Есть инстрайк? Да. Либас на бот, смотри. Смотрю. Почти. Ты это гнида. Смотрю. Го-го. Wait. Wait. Инсайн страйк. Я поглядываю, конечно, там, если чё, намекни мне. Блядь, вот так стоял хорошо, конечно. У нас на бот идут, делегация. Don't fight, don't fight, ты.
Они варды снимают. Я пушу, типа, тут. У меня, наверное, стрим, да? Ладно, закрыть. Закрой карту. Да, я закрою чуть попозже, сейчас. Сейчас. Я просто не помню, а картинка, ее растянул в прошлый раз. А, огромная. Сейчас я ее затяну. Сек. Короче, секунда. Он убегать не будет, лол? Ты дебил, блять. Все, рейди. Я рейди. Экономика строй. О, господи. Ты, кажется, отъехал, Алик. Да. А я отжал, да, и типа. Нормальный полет. Отжимай. Ты был не там? Ты умрешь. У тебя ультимейт есть, походу. А. Полет нормальный. Ебаные и хайлайты, блять. Ну я типа пушу. Не знаю, они. Лондруида там вообще есть? Да, нет. Не вижу лондруида. Бля, у них кастеры жесткие, но они не выиграют. Там худ какой-то на каждого героя и нормально. Че, они не выиграют этим пиком. Сейчас сильный, потом нет. Как-то они не собираются на тебя стягиваться, Глеб. Не, ну там вроде хотят. Фор, ну, лондруид. Форбот. Да дайте ж прыгнуть, шлюхи. Дурак? Просто медведя 300 голды, блять. Либо с контроля этих спиритов своих. Корни. Я не знаю, как его убить. Корни! Удары два корня. Ну так и хочется... Добивай его! Добивай его, блядь! Добивай! Какие корни! Спектрал, это не, брат! Ну ты чё, так долго? Ну что это за негатив? Даблкил у тебя. Верни был, братан, ну блядь. Всё, ладно. Бэкнулся бы ради меня, слышь. Бабок нету, посмотри, я вот тоже... Ну всё, ладно, ладно, ладно. Купил ЛД, купил Робби. Алик, ты шо каркаешь? Ты купил мантию. Все, все. У него макросы просто. Блять, кажется, я. Прикольно играешь. Несло, ебать. Yeah, it's easy if you just do your Zeus, I think. Я закрыл карту, если что, Алик. Ну, то есть там опять сломали, но я закрыл. Как же у нас. Там просто типа забирали, поэтому. Типа рядом с Зевсом был. Чуть-чуть. Мне кажется, надо бот отдать и все. Смотри, там делегация в миде. У меня 5 секунд книжка, и сейчас я что-нибудь наколдую. Очень интересно. Как ты к этому? Ага. Он подумал о смысле жизни, там развернулся. Не? А нас боты сейчас могут прийти в спину. Барабаны опять потрачу. Сейчас даем ладно. Да, да, мы идем сейчас. Пиздец. Делаю ТП. Ага. Вы еще подойдете сюда или нет? Пока нет, я 300 хп. Там размятые убежали, тоже типа ебануться, мне больно. Алик, мчися. Опа. Там вроде Зевс ушел. Да. Ту-ту, я ту-бот, ту-бот. Консан страйк. Я have на попу кинул. Почти. Там форстав еще в Жакира. Неплохие кинул. Ну вот не возьмем, сейчас они порясаются и пизды нам дадут. Сын страйк, сын страйк. I'm ready. Хаунд! Видите его хотя бы? Нет, сын страйк. На бочке ёбнуть сейчас. Надо вам уйти просто оттуда и всё, Олег.
До даггера, до моего, я нафармлю даггер, и через там рассказ мы можем забирать. Go back, he's dead, go back. Випуль. Випуль, мипуль. Випуль, мипуль. Она, знаешь, так это типа, фу, сколько пота-то! Забирали бот таверты минут 15. Вот все то время. Have 2 minutes no bad again. Carrying a TP. With my free, guys. Надо линии разомыть булочку. А? Хочешь линии? Нет, почти там. Думаю, она убежит. О, по пассенджер. Как-то будем, нет? We can go. Пассажир. Следующих можно будет сейчас дать. А, они не хотят, да? Лол. Ну, лифт нажимаем тогда. А. У меня Джекира есть. У меня книжка сейчас будет. Лол, на боте можешь подеремся? Да, гобот. Гобот файт. Го файт. Спектра ультуй, братан. А, у тебя нету? Ебать, я отменил. Ультую. Я отменил ТП, блять. Ладно, хуй с ним. У меня даггер на базе. Не зачем он полетел уже туда? Уже не надо было. Реюзни, Глеб, куру реюзни. Реюзи. Да, у меня даггер, короче, ну типа на базе, поэтому. Ой, сори. Могу санстрайк дать, Алик, ща. Да не, надо, забьем стрелу. Он почти убьет его. Ты сейчас смотри, он за тобой? Вот. А, понял. Крип мой. Тут просто, типа, в таких играх Рошана невозможно забрать. Если я только стрим оффну на минут 15. И там на какой-нибудь одной из. Чего он хочет от тебя? Олег. Ну господи, Шуси. У меня липка, да. 2 секунды. Матуля, ну я хз. Ничего, нормально, смотри, смотри! Убегай, самое главное. Чтоб тебя не взяли там. Рор развел. А, барабанчики делать для жира, что ли? Для ауры. У меня есть барабан. Чё не сделал? У нас ещё спектру барабана, да? Да. Три барабана. Голубой банщик, знаешь песню? Лина с даггером. Даггер у Лины. У меня почти травила сейчас. Ну, если я это делаю, похилюсь и можно. Туловища бегают. Кстати, я на базе там фарши отправил. Что-то делать. Сейчас травила доберу. Они все в миде. А, длина с даггером аккуратно. Она без длин, это без юла. У андроида просто, ну, сакра там. Нам до радика чуть-чуть осталось, он бегает по стакам. Ну, сюда пошел. Сейчас в боте попробуем. Вот, давай. Go duel! Ну что такое? Там здесь аркан руны. Лина ТП. Сейчас вообще охуели, что ли? Медведь. С радиансом. С радиком уже? Да. Уже, я бы сказал, еще только. Палец засадит, блять. Медведь встанет. Олег. Ой, ровашка. Ровашка! На шестике медаль. Зацеплет.
Вообще там молча. Ёбаная рубашка. Идет. Я что-то заступил. Опа. Тебе БКБшку будет, Глебас? Да, да, я хочу, типа, с одной стороны БКБ, с другой Торин чуть почаще файтится. Да я так плотный, но БКБ вообще не мешает. Зев слишком больно бьет. 560 с линзы, 526. С линзы с этой. С линзы, говорю, боже. С лагуны? С лагуны, да. Линзы. Это же хохлочки, или он честно донатил на них? Нет, это подарок. No, I go solo. Go, dude. With Sunstrike. Я мёртв. Come on! Yes, with Sunstrike I can solo. Don't follow, don't. Вот так это называется, соло. Холлоу, не преследуй его, пусть он говорит, я один. Не надо преследовать его? Он начинает переживать? Я один хочу. Ну типа под Sunstrike. На самом деле, там медведь очень плохо, как пролит твой. Ебать, сейчас отъеду. Опять он хрюкает, блядь. Сунстрайк рейди. Дуэл Зюс. Экспириенс! Давай на того. Отлично. Так, одну секундочку. О, господи! У нас бот ломает медведь, парни. Люлю. Go back. Go back. Давай, tower, back. Так, секундочку, субскрайбер, секундочку. Типи. Медведь не убегает, да? No pain, no raging. Спасибо большое за подписку, добро пожаловать на канал. Я рад, что с нами. Я что-то не чекнул. А, нет. Блин, ты просто хапай его, блядь. Там 300 yeah, голды, 300 голды. Just kill him, yes. Good. That's... 300 голды, блядь, убегает. Ну ладно, опа. 300 голды. Я его не добил даже, его колл-снэпчик добил. Да ничего. Тебя урона, что ли? Good luck. Experience! Не раздражает крики? Как не могу, так выше зажать. Можно вот ее попробовать. I saw them. Бомбрекс, ресап 3 месяца. Дай бог здоровья. Добро пожаловать на канал опять. Спасибо за подписку. Не бич потом какая-то получаю. О, господи, Иисусе, что там такое? Баночки. Откатили баночки. Ой. Хуя, как он манит. Что-то, короче, я думал, там еще кол снайп. I need BKB, then we can fight easy. Ну, Sunstrike, man. Это база сейчас. Sunstrike. No, wait, BKB in courier. Wait, go back. Yes, go back. Sunstrike is ready. Не пойти вот здесь туловище не ебнуть. Вот это вот, которое стоит. Окей. Блять. Думал, чуть подольше будет. Да, я впритык ему почти дал. Да, я не успел. Я камеру просто только подвинул, и там как бы стрела, и ты показал. Ну, ты к нему прыгнул, наоборот. После стрелы. Короче, ладно, опять что-то. No Sunstrike. Нас там уебут сейчас, типа. Какой процент, что мы победим? Да 100. Там медведь плохо играет очень. Он бы поумнее был бы, мы бы уже давно проиграли. У нас что-то два тавера сейчас стоят. Ну, я не хочу его обидеть, но можно немножко получше играть. Типа он очень долго фармил сейф линии Радианс. Вот. Поэтому 100%. Блин. Просто нужно файт один сделать, и все. Вельплейт. Может, они Рошана бьют? Я пишет вельплейт, у меня, блядь, сразу этот варлок ебаный с ХС, блядь, перед глазами стоит. Вельплейт! С Аликом играет, это Йонт, ребят, Глебас. Че у нас у спектра манта есть? Я бегу в мид. Catch him! Да юзнишь БКБ, ебаный рот, допрыгни в них, парень. Барабаны дал?
Дальше, дальше! Сука, да ебаный крип. Ой, какой это торнадо, торнадо, блять, корнадо, торнадо. Медведь боч. Короче, понял, крипы заворачивают прям на стрелу, и ты такой поднимаешь пацанов, и стрела дальше летит. Someone go, bot. I love push. Ладно, мне полетел отпушивать медведя. Там, короче, без мины. Тавр каленый на топе, прям вообще три тычки дать надо. Бля. Well played. Где-то медведь вот здесь фармит, по-моему. Могу тпшниться к вам в топ. Да не, в косы в 5. Ты жестко с этого well played, я не понимаю. Что? Я в хардстоун просто не играл. Или играл. Играл, играл. Ну, там well played тебе говорят, когда беймит чел. Ну, смешного-то в этом. Ебани ему каски. 300 голды, гайз, зарабатываем, зарабатываем. Блядь, пидорасы тут. Не успели, ребят. Опа! Опять же, блядь, как он заебал. Не, это был я. Выкиньте его нахуй. Это я был. Все равно выкиньте. Но-но-но. Но-но, купи-купи, но-но. Ой, ромашка. Ой, ровашка, ой, пальчик. А где дуэль? Дуэль-то нету. Нет, дуэль-то нет. На больно, блядь, жить хочу. Ладно, я все спелы промазал. Ой, ВД, ВД, просто львина, 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 ёбаный рот, что творит, блядь? Бля, ВД просто царь этого замеса, ёбаный свет. Фонтана понравилась. Он просто на мужика шел, кинул банки, блядь, подошел, поставил. Я вообще всеми спелами промазал, какими можно было. Я ни одного фрага за игру не сделал. В боте до сих пор ты один стоит. Тут медведь, 300 голды, Алик. ЛД не доигрывай. Давай. Я уже не знаю, под него все дал. Найс. Ну я не успел забрать 300. Карлайнун. Да, не улетел, но просто по причине напомнил религиозных соображений. Вау, вот этот дебил, блядь, его палку ставил, сука. А, далек, я тут без БКБ, надеюсь, доиграю. Давай. Вроде как. Интересно, Лина тут? А нечем помочь, там пальчики суют. Ну там вообще, там, знаешь, там ручки такие прям мохнатые у меня. Опа, всех! На. Альберт! Надо, 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 шапка его! Плиз! Может байбекнуться? Помочь вам? Ладно, гол. Не попал. О господи, Зевс, не ульти, Зевс. Ёбаная боль. Ёбаная боль. Не надо! Не надо, драконы! Тихо! Что за... За драку ни разу барабаны не нажал. Чё за хуйня? Не улетел. Не захейтил Джокира, Алик. Красавец. They're all alive, man. Ой. Надо кончать их. Проверочник. Понял. Дайте, Спектр. Играй.
Take, I don't take. Я заберу. I go base. Give TP. Drum and base. Mana, mana. Mana, mana. Олег, ты походу кумир чей-то. Чего? Ты походу чей-то кумир. В смысле? Ну вообще. Ну если только чуть-чуть. Вы на кого там батон крошили, алло? ВД что делает? ВД там пиздец. Какое замедление, мерзотное, пиздос. Боже, как же... Олег, просто после той игры, я не знаю, я чувствую, знаешь, как будто я в санаторий съездил. Отвечаю, просто в плавках такой сижу. Легчайшее? Как играть Керри ЛД долол легко. Не, я не знаю, Керри ЛД это нормально. Просто, ну типа, он в файтах не участвовал, надо им просто... Ну, они поймали кураж, такой, а потом... Должен жаловаться просто. Я говорил, что вы этим пиком, бля, ебаным не выиграете. Вы мне не верили. Ладно, можно карту открывать, Олег, наверное. Да, кстати. Ребят, можете посмотреть на наш вижен. Олег, я хочу в Леончика там отдать. Ну, типа, кучу всякого. Я дал в него. Он там едет в другую сторону, блядь. Магадан. Почему он и назад ехал? Олег, Олег. А. Все. Работал. Взял? Взял его. Опа, 2-300 маны с 1000. С ЕМПшечки. Поехали. Может вместе го поиграем? Да не, парни, сори. Мы с Аликом просто как бы... Ну, я у него хату снимаю. Вы у него хату снимаете? В смысле, комнату? Вот. Поэтому, наверное. Да ладно, так иначе, спасибо. Какой мощный плащ нам дали. Кому-то там. Это, по-моему, знаешь, вот из самых первых этих. Это первая шмотка вообще в доте, это на инвокеры вышло. Нет, там первые вроде на Траксуин и Джаггернаута были. Фурион первые были, Фурион... Траксайд же гранат, этот вот сет Траксы такой с волосами белыми. Потом Авокер, самая первая шмотка, которая появилась на этот красный сет, необычный, блин. Так, ну что, гайз, перекурчик, 2-3 минутки и далеко не разбегайтесь, как обычно. Ширия! Фак! Сейчас приду.